друзья, перед вами не полный состав, далеко не полный нашего хора старшего. У нас около 40 человек приехало по разным причинам. Половина, но мы надеемся, что это в количестве дела. Мы, конечно, не можем вам показать всю программу нашу полностью, мы вам оставим фрагменты из разных наших программ. Будет много сюрпризов, наверное, и для нас, и для вас. Будут премьеры. У нас сегодня такой знаменательный концерт. Почему, скажу попозже. Мы начнем с произведения, как мы улыбнемся, начнем с произведения Георгия Васильевича Свиридова. Кантата «Снег идет», мы споем две части. Первая часть «Снег идет», третья часть «Ночь». Исполняется без перерыва на стихи Бориса Пастернака. Thank you.
каменный распев в единородной сцене. Сегодня у нас приятное выступление. Наконец у нас сформировалась партия басов. Они улыбаются, потому что их трое, а не восемь. Впервые мы сегодня выступаем не полным смешанным составом. Это для нас большая радость. Единородный сцене. Oh.
споем три части мессы французского композитора Агюста Дюрана. Кирия, Глория и Санктус. Солисты Илья Титоров, Николай Сидоров. Ради высоких услуг, ради
октябре мы готовимся выступить в Москве в Музее Победы на Поклонной горе перед ветеранами Великой Отечественной войны, перед ветеранами Афгана, Чечни. Мы будем исполнять патриотическую программу, и сегодня мы вам исполним три песни из этой программы. Первое произведение – знаменитый вальс Ильи Шатрова «На сопках Маньчжурии». Когда-то наши солдаты, наши войска в чужой земле, в Маньчжурии, попали в окружение, в котором находились около 2 недель. Дух бойцов падал, несли они большие потери, многие командиры были убиты. И среди этих офицеров, солдат, был капельмейстер, дирижер военного оркестра Илья Шатров. В какой-то момент, когда он понял, что силы на исходе, что войска истощились, он поднял свой оркестр, тех музыкантов, кто еще был жив. Они стали играть военный марш. Войска поднялись в атаку и прорвали окружение, вышли к своим. Конечно, были большие потери. И через некоторое время Илья Шатров в память о погибших бойцах написал вальс, который в народе стал называться «На сопках Маньчжурии». И мы сейчас вам исполним песню Ильи Шатрова об этих погибших русских героев, погибших на чужой земле, на сопках Маньчжурии. «Прощайте, скалистые горы». Полуостров Рыбачий, о котором здесь пойдет речь, это единственный участок нашей территории западной, который немцам взять так и не удалось. Были кровопролитные бои, но наши
матросы, моряки отстояли этот рубеж, и немцам за 4 года не удалось его захватить. Солисты Илья Титоров и Николай Сидоров. Свой город, эвакуироваться. Его увозили, он уезжал на военном корабле. Он смотрел на ночной Петербург и про себя повторял все время: «Прощай, любимый город». И какой-то матрос что-то играл на баяне. Вот в этой атмосфере грусти и печали, прощания любимого города, с любимым городом родилась эта песня. Солисты Илья Титоров, Николай Сидоров. Своем.
Mm-hmm.